өнермен шұғылданғаныңызға көп болды ма? Я 8 жыл болды. По образованию архитектор. Вы архитектор? Да. И вы сейчас работаете? Не бы сказать, это моя уже основная профессия, но то, чем я сейчас занимаюсь, иллюзионный жанр. Не волнуйтесь, самое главное. Спасибо. Я хорошо в вас верю, я буду ждать вас здесь. Все, спасибо. Здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Ерман. Ерман, сколько вам лет? Мне 28. Ну, не с виду, конечно, не скажете. С виду не скажешь. Я родом из города Костанай, маленького города. Уже живу 4 года в городе Нур-Султан. А вы женаты? Да, я женат. Вы над супругой не исполняете эксперименты? Исполнял раньше. Серьезно? Да. Такая, бац, она появилась в Нур-Султане, бац, она появилась в Алма-Ате. Да, потом бац, дома чисто. Помогает иногда? Да, помогает. Ну, всегда. Она мой ассистент, моя правая рука. Ух ты! Давай, мы тебе желаем удачи. Почему вы так сделали? Почему вы меня заставили поверить в иллюзию? Я была поражена и была очень удивлена тому, что вы так это все ловко, волшебно, смело и красиво, позитивно делаете. Ерекше номер был, да? Рахмет. Прям ғажайып. Бір-екі штучка үйрен жүр негізінде. Сыртында бір үйретсен маған хотя бы. Идея. А Ельме тоже эксперимент часов курина. Номер прям суперский, фантастика был, да? Спасибо, спасибо большое, Рахмет. Молодец.
очень серьезная заявка на, я бы даже сказал, победу, потому что это самое настоящее иллюзионное шоу, прекрасная, яркая подача, продуманные вещи, и я вижу во всем этом в тебе самое главное. Спасибо большое. Талант. Рахмет. Я благодарю тебя за это. Спасибо большое. Тогда курмгеттер. Да. Рахмет. Рахмет. Бесспорно, Ерман, ты удивил меня. Я, конечно, говорю тебе да. Рахмет, рахмет большое. Спасибо. Мой ответ. Да. Спасибо. Огромное вам спасибо. У вас три. Да, вы проходите в следующий тур. Спасибо большое. Спасибо большое. Ох, Ерман заставил меня понервничать. Вы знаете, я пыталась сосчитать, сколько зонтов было. Я дошла до 8, но в итоге потерялась. Сколько всего было зонтов? 20. 20. Вау, это было круто. Я вас поздравляю.